те люди, которые говорили, думали, переживали, старались, были, будут и есть создатели рок-жизни. Алексей, я снова в Саратове и в вашем замечательном учреждении, где вы торгуете моими книжками. У меня к вам вопрос. Изменился ли контингент того, кто приходит в ваше чудесное заведение? И снова здравствуйте. После последнего вашего привоза новой коллекции книг, естественно, количество людей еще больше увеличилось. Стали приезжать люди с Санкт-Петербурга, прилетать с Самары, звонить с Краснодара. И люди, придя сюда, стали интересоваться все больше и больше тем, что ваше появление вызвало оживление в Саратове. Буквально недавно приходил батюшка Филарет. Я сам очень сильно этому удивился. Но заинтересованность намного стала сильнее, когда стали люди узнавать, что, возможно, скоро будут лекции в нашем городе. Ну, понятно. А это мои книжки, ладно. Это, так сказать, реклама двигателя торговли. А майки-то покупают? То есть ли такое сочетание, что покупали книжки про мозги и цеплялись за майки? Или пока еще до этого дела не дошло? Естественно, поток маек увеличился. Люди стали приезжать из-за границы принципиально, даже за теми майками, которые вы показывали в ролике. Маечка была про Битлз просто замечательная. Да, она уехала в Польшу. Приехал гражданин этой страны и принципиально забрал ее именно туда. Соответственно, все, что здесь люди видят, они ассоциируют с каким-то своим вдохновлением. И она его очень сильно вдохновила. Так как и вы это тоже заметили. Да, нет, маечка-то замечательная. Ну, коллекционная, можно сказать. У меня другой вопрос. Все-таки сочетание-то есть как-то? Люди смотрят, кроме книжек, на майки? Или другой вопрос. С майк на книжки иногда опускают глаза? Или вещи живут своими двумя параллельными мирами? Нет, честно скажу, все заходят сначала молча, увидев ваши книги, обходят весь магазин, здороваются, естественно, проявляют слова благодарности, что эти книжки появились здесь у нас в Саратове, удивляются ассортименту магазина, соответственно, разговаривают. Каждый из людей, пришедших вновь, всегда разговаривает какой-то диалог о жизни, о мыслях, о психологии. Ну, понятно. То есть они все-таки находят какую-то оттяжечку не только в том, чтобы забежать, схватить книжку, но и посмотреть, что здесь творится. Да, есть. Специфика клиентов намного изменилась. То есть люди стали другие? Да, люди стали другие, им стало интересно совмещать полезное с приятным. Соответственно, кто сюда приходил, я никогда не обращал внимания, чтобы человек, уходя отсюда, с какими-то плохими эмоциями уходил. В нем оставался всегда эффект неожиданности, который мы здесь успешно обсуждали. Все буквально записывались в вашу тетрадку, я ее так назвал, потому что это показывает отношение к вам. Вот. Это очень приятно, конечно. Все ждут дальнейшего уведомления, продолжения истории, потому что каждая история начинается всегда с хорошего и заканчивается только хорошим. Поэтому те люди, которые сюда приходят, это хорошие люди, я так считаю.
Нет, это хорошее рассуждение, это замечательно, это очень утешает, но они не всегда, к сожалению, такие. Да, действительно, я надеюсь, что будет презентация вот пятого издания книжки «Изменчивости и гениальности» и здесь, в Саратове. Я думаю, что это будет интересно, потому что я приеду на презентацию и буду здесь отвечать на всякие вопросы. Но вот это будет, так сказать, объявлено отдельно, когда и где. Но, тем не менее, это должно произойти. Мне кажется, что это будет интересно, поскольку уже часть людей, часть жителей Саратова немножко подготовлены, потому что действительно мои книжки здесь появлялись только случайным образом. Надеюсь, что это теперь будет регулярно, а уважаемым зрителям и слушателям могу посоветовать запастись этими самыми книжками, в том числе в этом замечательном подвальчике, адрес которого вы будете видеть в конце этой фильмы. На этом я с вами прощаюсь и с вами. До свидания. Счастливо. До свидания. Было очень приятно. Так что, видите, здесь не только можно купить хороший белый череп на черном фоне, но и Харли Дэвидсон. Я надеюсь, что я продолжу одевать такие майки, напяливать скорее, потому что мне не все малы. В память о Сергее Доренко, который, в общем, был заядлым мотоциклистом. Ну и любил не только, конечно, Харлей Дэвидсон, но долгое время в том числе использовал его. На этом до свидания. Советую вам посетить сей замечательный подвальчик. Счастливо. До новых встреч.